Доброе утро, город! Доброе, появилась мафия, есть мирные люди. И стол открывает игрок номер один. Ваша минута. Доброе утро, город. Я человек относительно новенький в нашем сообществе, в нашем. Но я таки позволю себе дать нам пожелание на сегодняшнюю игру и на будущее. Я так понимаю, что мы собираемся играть в мафию для того, чтобы как раз уметь контролировать свои эмоции, а не выявлять их, то есть это очень важный момент. Но самое важное, мне кажется, это все-таки уважение между игроками. Я хочу призвать нас, каким бы ни был исход, какие бы ни были ошибки, на ошибках мы учимся. И если мы совершаем какой-то промах, окей, этот промах идет нам в урок. Спасибо, мы его получили, и это прекрасный опыт. Поэтому я хочу призвать игроков, которые получают опыт, радоваться этому опыту. Игроков, которые получают победу, с уважением относиться к проигравшим. И призываю нас всех к уважению, кто бы кем ни оказался. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер два. Ваша минута. Доброе утро, город. Клео, красный игрок. Знаете, госпожа Виатор, подписываюсь под каждым вашим словом. Очень красиво, толерантно, потому что мафия – это команда. Во-первых, если играют красные игроки, задача красных – вынести мафию. Играют черные – задача черных. Но все должны вместе играть. И после игры мы должны здороваться, общаться и друг на друга не говорить. Игра закончилась, все. Эмоции в сторону, поговорили, все, мы друзья, мы общаемся в Фейсбуке, мы общаемся всем. Я очень рада каждому игроку, которого я вижу вне игры. Я всем желаю хорошей игры, всем. И черной и белой команде, и черной и красной команде. Ну, победу городу, конечно. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер три, ваша минута. Игрок номер три, Воробей, красный игрок. Что могу сказать? Шикарная красная речь у номера один, прям, ну, вот. Точно, исходя из прошлой игры, особенно, я точно поиграю с игроком номер один. А, игрок номер два, да, то абсолютно красная речь, правда, лишние такие уже побуждения, немного паранойя, но это ничего, я играю, моя пока команда моя 1-2. А, на этом пока все, победа городу, спасибо. Вас. Спасибо и вам, игрок номер четыре, ваша минута. Доброго дня, город. Большой стук, где люди приходят, потом после такие как бы эмоции будут на стол пускают, что все. У нас вот как бы еще все очень хорошо настроено. У нас как бы тут очень мирно. Первый игрок шикарно открыл стол, я с первым помыграю. Хорошо. Второй игрок легитимно взял первого игрока. Играю пока 1-2. Ребята, два даже покраснее, после прошлой игры как бы так вот все отпустить. Так дать тоже хорошую как бы оценку. Играю 1-2. И тоже, как бы, в принципе, берет правильную команду. Позиция проиграла 1-2-3. Уже начинается паровозки, 2-4 игра. Даже просто заиграл, как бы, потом мы дальше разберемся. Пока игра, по-другому, 1-2-3-4. Для меня, наверное, будет 2-3-1. 10 секунд. Тут 4 правильно самое красное, но если из этих 2-3-1. И это время. Игрок номер 5, ваша минута. Доброе утро, город. Во-первых, ну, я сюда прихожу получать удовольствие, мне очень нравится игра мафия. Я когда мне объясняли правила, я откуда учу. Вот, поэтому так. Короче, на самом деле, 1-2 я с вами поиграю, в это время красные игроки. И, ну, мне показалось, у вас короткое. По факту, вы сказали 1-2, я с ними не дружу, и все. Как бы, ну, короткая речка. Вот, четверочку я пока оставлю за скобками, скорее всего, для меня вы покраснее, да? То есть пока 1-2-5. Вот. Что еще хочу сказать? На самом деле я услышал шорох, и мне кажется, вы мафия. Да, поэтому вот так. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Игрок номер 6, ваша минута. Игрок номер 1. Мне очень понравилось. Красная слава. Игрок номер 2 тоже присоединилась к этим. Тоже красная речь, тоже поиграть. И 3 тоже. 4-3-2-1 красные речи. Сейчас я вам скажу, что самый красный это 1, потом 2, потом 3-4 так вместе с нами. 5 я пока что не могу
команду 5-3-N, ну и 4, и еще эти, ну ладно. 10 секунд. Спасибо, Иван. Друг номер 7. Наша минута. 5. Шутка. Все-таки я, пожалуй, шутка была, да? Да. Я правильно понял. Это фолд. Бипалс. Игрок номер 1. Ваша речь наверняка относилась к нашей прошлой игре. Так что... Я проанализировал эту игру, я впредь буду играть лучше. Спасибо. На самом деле игра была очень рваная, если бы это чересчур шло странно, абсолютно необычно. Такого еще не было. Из сказавших, не знаю, мне понравились все. Это парадоксально, статистика не в сторону, но самые красные для меня 1-2. Абсолютно ничего. Образовались такие паровозы, если ты в них прыгаешь, прыгаешь, тебе за это навтыкают, что ты черный. Если не прыгаешь, тебе за это тоже навтыкают, что ты черный. 10 секунд. Так что не совсем понимаю, что делать, но я выразил симпатию к 1-2. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер 8. Ваша минута. Так удивительно. Мне вообще не понравились. Нет, 1-2 отличная речь. 1-2 играет очень. Теперь послушайте, какие претензии людям, которым понравились речи. У меня претензии к игрокам. У 3 очень коротенькая речь. На тройке можно было поговорить побольше. Вас никто за это не въехал. Мафии выгодно говорить мало. Вы мало даете информации. 4. Отлично. Берет 1-2. Так вот, 1 уверенно, потом 2 чуть поменее уверенно. Потом он как бы 3 не хочет брать, не хочет лезть в этот паровоз. Ну блин, и 3-то надо брать, потому что что ж такое, он берет те же позиции. И вынужденно берет 3. Мне не понравилась вот эта заминка. Мне совсем. Но проблема в том, что я вас постоянно параною. Просто вот лично я параною все. Вот вы в лучший код у меня постоянно попадаете. Ну, неважно. Ну, а что делать? Поэтому и в 4 можно не проверять. Подними значок шерифа. Можно 8 проверить, правда? Я не подниму значок шерифа, я не шериф. Так, теперь для меня 6. Я, пожалуй, поиграю. 7. И это время. Игрок номер 9. Можно ли, господин Ведьмак? Я хочу поиграть с господином Циником. Я думаю, что он красный игрок. Вот поговорил? Как... Поговорил Циник, господин Циник. Хорошо, отлично. Для меня четверка красный игрок. Я поиграю 1-2-3-4, вот так вот. Когда тройка, у меня вот один красный, более красный, двойка, четверка, потом тройка, вот так вот. И пятерка мне не понравилась. Ну, что-то вы не взяли тройку. Я бы взял, я не побоялся влезть в этот паровоз. Пятерку на проверку. Пятерка поговорила коротко. Я не знаю. Господин Ведьмак, в принципе, нормально обсудил, но поговорил по-красному. Но вы не взяли тройку. Я хочу взять тройку. Я поиграю 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. У меня 8 покраснее, но я по позиции не возьму вас. Я беру тройку, а не вас. Хорошо, между 5, 6, 7, вот так. Хорошо, я послушаю еще господина... И это время. Игрок номер 10, ваша минута. Дело, что единица говорит хорошо абсолютно всегда, но сейчас мне показалась ваша речь хуже, чем обычно. И эмоционала, к сожалению, совсем нет. А говорите вы всегда прекрасно в этом плане. Да, я с вами пока не поиграю. Мне кажется, хуже, чем всегда. Mm-hmm. Так, двойка-двойка, по эмоционалу хорошо, и речь также неплохая, поэтому пока поиграю 2. 3-4. Пока, не знаю, не буду играть в команду, пятерка. Пятерка, помню, вот была подобная шутка, и в тот раз он был мирным жителем. Вот. Я к чему клоню? Вряд ли бы вы за мафию стали бы так шутить, вы бы, скорее всего, боялись, а за мирного жителя, мне кажется, вы так не сыграете. Так, играю 2-5, 3-4, пока не знаю, все остальные мне не очень понравились. Циник тоже неплохо поговорил. Я пока на нулевом круге поиграю 2-4-5. И это время. На голосование никто не выставлен, поэтому город входит в ночь. Oh,
Доброе утро, город. Утро доброе для мафии. Стреляли, попали. Господин Ценник, ваше крайнее право лучшего боя. Лучше угадай громко, чем... Так. У меня будет точно в лучшем ходе. Точно будет восьмерка. Хочу меня убивать. И на ход не красного бежал. Сейчас кассу не нашел. Меня убили. Вот наш кабак отбежится, то шериф его не скроет, потому что он сказал, что у него шериф. Смотрим. Ну, сажа, вы не убивайтесь, например, пусть переживет, сыграет, когда он не играл. Кто у меня точно красная, десятка точно красная, два скорее красные. Я поставил строй 8, 9 и 3. Лучший код 3, 8, 9 принято. Я же 5, 6. Я тут не нашел много, не нашел много красных. 10 тысяч красных для меня. 1-2 не повредит. 10 секунд. Пишите десятки. 4-5 минут больше красных. Правильно забил. 10-5. И это время. Прощаемся с господином Циником. Ваша минута. Доброе утро, город. Честно, четверка хотела играть. Значит, моя интуиция мне не подвела. Так, господин Ильмак. Я сам не играю. По крайней мере, на этом кругу мне нравится, как вы рассуждаете. Честно, вот. Мне понравилось, ну, по нулевому кругу она только одну речь сказала. Я вас еще послушаю, но я хочу сам. Вы очень эмоционально, спокойно говорите. Дальше. Тут у меня вот 5, 6, 7. Мне не нравится ни пятерка, ни шестерка, ни семерка. Так, почему? Ну, не... Ваши эмоциональные речи вы мне... Больше всего мне не нравится пятерка, которую я выставляю. Я выставляю вам 5. 5 принято. Мне этот фильм не понравился с вариантом этим шуршанием. Я понимаю, может, это был красный финт, может, был это черный финт, но этот мне не понравился, я его выставлю. Так, дальше. Шестерочка, буду очень внимательно слушать, потому что у меня между вами дальше 7. Дальше. Десяточка. Как бы, я думаю, что вы красный. Троечку хочу послушать и девяточку хочу послушать. Спасибо. Спасибо вам, игрок номер 3. Ваша минута. Да, доброе утро, город. Как сказал игрок номер 2, а игроке номер 6, то, что он посмотрит, приглядится, да, то есть она, игрок номер 6, очень мало поговорила, но довольно еще странный момент был, то, что игрок номер 10, помню про штуку, который говорил номер 5, да, скорее всего, игрок номер 5 красный, поэтому, возможно, было немного нецелесообразно его выставлять, но хорошо. По игроку номер 8 и номер 9, то, что сказал игрок номер 4, возможно, это просто стандартная парная между игроками, потому что они играют довольно много. А так, то, что сказали, что игрок номер 4 сказал, что игрок номер 1 мало говорил, это тоже было странно. Поэтому, да, спасибо. Спасибо и вам, игрок номер 5, ваша минута. Доброе утро. Я думал, все посмеются, я не хотел какой-то финт сделать. Ну, как бы, блин, окей. Если вы хотите, я красный игрок, окей, я могу встать и уйти, нет проблем. Даже вот если шериф проверит меня, окей, проверяйте, нет проблем. На самом деле очень хочется тройку выставить, прям очень. Что я делаю, я выставляю на голосование игрока номер 3. 3 принято. Значит, пока моя команда 1, 8. Смотрите, двойка, я не знаю, что это. Ну, шестерка, семерка, я за скобками пока что вас оставлю, и девятку буду слушать внимательно. Как бы я думаю, что тройка и девятка маф, ну для меня они, я думаю, что четверка маф, ну то есть 3-4-9. Сейчас я думаю 3-9 самый красный, вот. 8, я сказал, я его беру в команду самый красный, 1-5-8. Все, спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 6, ваша минута. Доброго. Игрок номер 2. Я с вами поиграю, мне пора, что после оценку. Я только послушаю, мне понравилось вообще. Сейчас послушаю, сейчас мне придет, мне кажется, что это игрок номер 3. Вы играли с игроком номер 2? Да? 5, вы что-то хотите сказать. 3 тоже могу поиграть.
он играет 2, и 5 для меня черный игрок выставляет игрока номер 3, а 3 для меня красный. Почему выставить 3, если он для меня красный, я с ним играю? 5 выставляет 3, но я только что сказала это. Ладно, 5 не играл. 7, ну, думаю, красный игрок. Нет, Андрей, мягко. Игрок номер 7, ваша минута. Сейчас мы игрок номер 4 с игроком номер 8 активно обсуждал проверку игрока номер 3. И у меня есть подозрение, что игрок номер 3 не просто мать, а еще и Дон. Он начал речь с игрока номер 6 активно, причем четко, нацелив на то, что речь была заготовлена. Если сейчас уйдет 7 и 8 номер, то ты 100%, вы игрок номер 3 100% черный. Я поговорю о втором игроке. Это фол, господин Воробей. А то, что сказала шестерка сейчас, то, что пятерка для нее черный, но при этом она последует ее мнению и проголосует в тройку, правильно? 10 секунд. Хорошо, спасибо. Спасибо вам, игрок номер 8. Ваша минута. Давайте так, у нас жестко влазят разноцвет 3 и 5. И по сути действия... Кроме этого, фактически никаких не наблюдаю, поэтому тут такой чисто психологический эффект. Психологический эффект может быть, как мафия пытается запутать город, на чем пытается сакцентировать внимание. Пытается сакцентировать внимание на пятом игроке, который там пошутил вначале. Пошутил, все, прошедший этап. Вот, короткая речь, я согласен, но 3 было короче, и он сидит раньше. Вот, поэтому мне не нравится ни 5, ни 3 в этом смысле, но в 5 или в 3 пошла проверка. Потому что мне никто не подмигнул, у меня проверки нет. 5 или 3 пошла проверка. Между ними будем разбираться. Давайте так. Выставляю игрока номер 2. Хоть вы со мной играете. Почему я выставляю игрока номер 2? Вы первый, который включаете паранойю и начинаете топить 5 по этому пункту. А выставляю 5-3. А вы выставили, да? То есть вы та, которая будет голосовать. И большинство города что-то готовы голосовать 5. Если не будет защиты 5, то действительно 5 проверили, он уйдет. Это без вопросов. Игрок номер 9. Я хочу, чтобы 5 и 3 посидели. И семерка ушла. Я выставляю игрока номер 7 на голосование. У него сейчас не было позиции вообще. Он говорил только про пятерку и про тройку. Да, у вас, кроме этого, вы не говорили ни про двойку, ни про единицу, ни про нас. Вообще, у вас вы говорили только про тройку. Говорил об этом на прошлом. Нет, но это сейчас надо позиции знать. Сейчас они на любой круг, понимаете, господин Ждун. Я поиграю. Все равно, я думаю, что 2-3 покраснее и шестерка покраснее. Господин Ведьмак, я не знаю, почему вы выставляете двойку. Хорошо, проверите меня. Ну, это не надо, это не важно. Можете проверить меня. Что? Вы не будете голосовать за двойку. Я буду голосовать в семерку. Потому что 3-5 должны посидеть. Это мое мнение. 3-5 пошли проверки. При 9-х я хочу посмотреть, кто голосует с кем и кто голосует куда. Вы понимаете? Семерка не красная. Семерка не красная. Нет. Для меня нет. Для меня нет. Если тут 10 и 1, не думай. Семерка, я буду голосовать. Это время. Игрок номер 10, ваша минута. Я думаю, вправо 3 и 5 должны посидеть. Свен уже объяснил, почему. В кого-то из них шла проверка, а проверка просто никуда, если сейчас прям. Всем действительно поговорил подозрительно, что как бы все больше заставляет меня голосовать в него. Насчет пятерки, я как и по нулевому кругу с ним буду играть, но... По жесткому уставлению двойки я с вами еще играю, но уже не так уверен. С двойкой я еще играю. Непонятно уставление восьмерки, почему не очень хочется. Поэтому пока я играю 2 уверенно и 5 аккуратно. Опять же, выставление пятерки от двойки жесткое меня стало задуматься. Поэтому 2-5 пока я играю, 5 поаккуратнее. Спасибо, пас. Спасибо вам. Игрок номер 1. Ваша минута. Доброе утро, город. Смотрите, десятка, вы поддержали мнение девятки. Перед этим вам не понравился мой эмоционал. Хотя же мило. Окей. И как у вас отношения с пятеркой? Угу. Ну, смотрите. Мне нравится, например, пятерка на этом круге. Нормально себя ведет, абсолютно спокойно. Я бы хотела его оставить.
Выставление семерки. 10 секунд. Ребят, не знаю, кого голосовать, честное слово. И это время. Завершается любая жестикуляция. Мы переходим в зал. Сюда. На голосование стоят игроки. 5, 3, 2, 7. Голосование в правовом порядке. 5, 3, 2, 7. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5? Спасибо. 2 голоса. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 3? Спасибо. 2 голоса. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Спасибо. 2 голоса. И кто за то, чтобы город покинул игрок номер 7? Спасибо. 3 голоса. Игрок номер 7. Ваша крайняя. Я служу этого города, я провел игрока номер 3, он черный. Для меня мафия... У меня есть 4 черных игрока, как... Ну, я второй раз допускаете эту же ошибку. При шерифстве надо говорить, что вы шериф. Я не думаю, что это первый раз. Извините. Это холст. 9-10 среди них. Спасибо, Иван. Получаемся с игроком номер 7. Город уходит в ночь. Сейчас по столу. Игрок номер 5 красный, 8 красный, 6 красный, 9 для меня чуть-чуть почернее, поскольку если он садил игрока номер 7, просто почернее для меня. 10 примыкает к его мнению, 1 красный и 2 за сколько. Почему, что, почему, кто? 7 бы вообще сказал, что я поговорил про шестерку, хотя я проговорил про двойку. В начале самом. То есть, к чему это была паранойя, я не понимаю. Что? Хорошо. Все, я сказал по столу. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 5. И 2 минуты. Я хочу сказать, сейчас входит тройка. Я знаю даже, я даже догадываюсь, кто 2 мафы. Я уверен на 100%, что мафы это 2 и 3. Вот на 100% я уверен, что двойка это мафы. Потому что, когда я уходил в сон, вы прям вот громко реально сказали. Я услышал, ну окей, это уже я начинаю паранойить, но я уверен, что 2-3 это 100% мало. Я выставляю игрока номер 2 на голосование. 2-3. Вот. А, еще я не уверен насчет девятки. Девятка выставляет семерку. Да, откуда ты знал? Да, это его ошибка, он не вскрылся. Вот, потому что он плохо поговорил. Я красный игрок. Я надеюсь, что мне... Ну как, я реально красный игрок, и я надеюсь, что... Просто уверен, что 2 и 3 это черный. Просто я уверен. Я как бы, не знаю, мы можем их поднять двоих? Мы можем их, нет? Если то есть, типа, окей, выставляйте тройку. Команда у меня только 8, 1 и все. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 6. Ваша минута. 3 принято. Товарищ, я знал, что 7 шериф, я была уверена, 100%. Я даже говорила, 7 сидит, 7 красный. Я... Ладно, я думал, он выкликнет и не пойдет. 3 руки. Ладно, 3, черный, 5. Почему вы не выставили 3? 3 точно черная проверка. 3 точно черная проверка. Наверное, вы ошибаетесь насчет 2. Я выставила 7. Почему я не голосовала? 7 в 3. Да, я не сообразила это, не думала голос. Десять секунд. Ладно, я сейчас...
Пять, я не знаю, но вы не выставили три, так. Нет, Андрей, мя, игрок номер 8, ваша минута. Смотрите, 7 для вас будет шериф, так надо было этого слушаться, его и голосовать с ним. Я не знал, что он шериф, я поставил руку с ним. Просто я хотел, чтобы было мало голосов, чтобы было достаточно хоть какой-то разброс. Разброс так получился, кто знал, что шериф на голосовании. Выставляю игрока номер 3. 3 стоит. Угу. Уходит 3, понятно. Никакого попила мы не делаем, потому что могут сломать. Но у нас нет команд. Как пятерка? Озвучь пятерка. Тройка в разноцвете, все было понятно. Они уже влезли в этот разноцвет. 3 черная проверка, поэтому 5 должна остаться красной. Шестерка, которая защищала семерку, но не голосовала с ним. То, что вы защищали, это хорошо, это вас окрасняет. То, что не голосовали с ним при защите, это немножко хуже. Но пока что вы для меня больше красная. Поскольку пятерка для меня красная, он лезет уже в следующий разноцвет с двойкой, то мы послушаем, конечно, двойку. Но сейчас уходит только 3, всеми руками. Нет, Аврей, игрок номер 9. Смотрите, то, что я голосовал с шерифа, это может меня очернять, да? Но это не может вас это окраснять, то, что вы голосовали в тройку к черную проверку. Это тоже самая ситуация. Вы понимаете этого? Тогда это я поиграю все равно. Я поиграю единицей, я поиграю с десяткой. И смотрите, 5 для меня краснее, потому что разноцвет был. И пятерку я говорил, что он сидит. Я не хотел, чтобы пятерка ушла. То же самое я не хотел, чтобы тройка ушла. Потому что я не то, что, потому что там была проверка идет. 3 и 5. У меня семерка был черный игрок. Я не знал, что он шериф, он должен был скрывать. Скрываться на голосование. Я это не знал. Вы понимаете? Смотрите, Рапунцель. Я не знаю, кто Рапунцель, но у меня 3 черная проверка. Играю 1-10 и 5 играю сейчас. А между 8-2 вот это вот я не знаю. Что? И это время. Игрок номер 10. Ваша минута. Мне дополнить практически нечего, потому что девятка сказала абсолютно все, ну, по теме. Так, 5-3 встало в разноцвет, это все упомянуло как бы девятка. То есть я сейчас играю 5, потому что, опять же, влез в разноцвет с тройкой. Играю 9. И играю 2, несмотря на то, что 5-2 сейчас разноцвет. Я как бы, не знаю, послушаю еще двойку. Там будем делать выводы. И мне не понравилось, что шестерка, когда я сказал 5 красный, потому что у них была разноцвет с тройкой, и вы удивились, ну, как бы сделали, типа, почему так, 5-3 стояли в разноцвете, поэтому 5 как не красный. Именно 10 секунд. Ну, сейчас ходит 3, а дальше посмотрим. Сибай Вон, игрок номер 1. Ваша минута. Простите, я повторюсь, десятка. Еще раз. Вы будете за предыдущим игроком соглашаться с позицией? Или просто так по принципам, да? Ну, потому что мне вот мне как-то непонятно сегодняшняя ваша, ну, вот в этой игре, да. Прямо на удивление такие скудные речи, когда согласительные речи. Поэтому десятка, что-то у меня возникает, какое-то подозрение, ну, проверка уже не сложится. Девятка вполне мог, да, ошибиться, то есть я вот сама на всякий случай взяла и группу проголосовала, заиграю. Костя. 10 секунд. Вызывает подозрение. Так что, не знаю, буду параноид двоечку, десяточку. Ну, есть, Андрей, игрок номер 2, ваша минута. Доброе утро, город. Так, пятерка, у вас вам слух отобрали, честно говоря. Я не знаю, что вы там увидели, я не знаю. Честно, вы меня паранойте, пожалуйста. Очень жалко, что шериф ушел. Очень жалко, что меня проверили, вот честно. Значит так, играю. Вы со мной играете, но ваша вещь показалась мне красной. Дальше, десятка. Повторяю то, что у вас нету позиции. Вы прошлый круг повторили то же самое. Я не знаю, ваши же, кроме того, есть еще какие-то игроки. Выставление тройки меня устраивает, это понятно. Я голосую только в тройку. Так, дальше. Восьмерка со мной не играет. Ну, значит, а я вообще понимаю, как вы так долго засиделись, господин Ведьмак. Это подозрительно, честно говоря.
Значит так, дальше по столу. С кем я точно играю? Это шестерка. Пятерку я параною. Я не знаю, я в нее опять голоса не соберутся. Я параною, потому что так не играю. Спасибо, вас. Спасибо, Иван. Спекуляция запрещена. Мы переходим в зал голосования. На голосование выставлены игроки. 2-3. Голосование в правовом порядке. 2-3. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Спасибо. 2 голоса. Кто за то, чтобы игрок покинул номер 3? Спасибо. 6 голосов. Игрок номер 3. Ваша крайняя. Ну что ж, могу сказать только удачи городу. Победы. И город уходит в ночь. We don't need no thought control. Господин Ведьмак, ваша крайняя. Значит так, у меня желтое завещание игрок номер 2, который включает паранойю города уже второй раз, уже по второй теме. Просто вот видите, я убит, я точно красный игрок. И поскольку я красный игрок, поскольку я убит и красный игрок, видите, они скрывают шериф. Вот. Теперь все замечательно. У вас есть очень жесткое завещание игрока, что 2 это черный, вы сносите обязательно двойку, потом вы выиграете. Вот. Двойку вы сносите, потому что она изо всех сил пыталась включить паранойю сперва в 5, изо всех сил топил, 5 для вас есть точно красный. Вот. Потом включает паранойю по другой теме на счет 8. Вот. Теперь кого еще можно оставить? Вы разбираетесь на угадайке. Я не буду просто говорить, потому что тогда оставят. Но я бы 6-9 все-таки нибудь покраснее, чем 1-10. Вот если так. И в октябре мя. Прощаемся. Стол открывает игрок номер 5. Ваша минута. Доброе утро. Конечно, если бы сейчас Ведьмак остался, я бы начал в нем сомневаться, потому что Ведьмак есть Ведьмак. Вот. Поэтому выставляю игрока номер 2. 2 принято. Я-то, может быть... Неправильно понял то, что, ну, там, что-то услышал, это неправильно так играть, вот, вы меня простите. Но все равно вот, для меня черный. Вот. Смотрите, девятка, почему я голосовал не в тройку, потому что в него и так наберутся голоса. Вот. То для меня, смотрите, 3-2, и мне кажется, что шестерка черная. Да, может быть, десятка повторяет как бы за девяткой. Ну, по сути, а что ему еще как бы говорить, я не знаю. За него уже девятка все разложил, и ему приходится только повторять. Как бы, если девятка это черный игрок, это, конечно, ну, круто отыграли. Вот, ну, я думаю, шестер. Спасибо. Спасибо вам, игрок номер 6. Ваша минута. Доброе утро. Вторая игрока номер 2. 2 стоит. Сейчас ходит 2. Сейчас играю. Сейчас я думаю между 2-3 черные и еще 2. Да, 2-3 черные и ладно, пятерка вы взяли подозрительно, но четверка, наверное. Красная ушла. 10 секунд. Спасибо, Иван. Игрок номер 9. Ваша минута. Все идеально. Двойка у вас черная. У меня тоже двойка. Надо думать, кто следующий. Шестерка, вы думаете? Я не знаю.
Ведьмак завещал шестерку более красная. Я не видел, что она там делала черного вообще, то, чтобы ее считать черной. Смотрите, я не думаю, что шестерка черная игрок. Я не думаю. Я 5 для меня тоже красный игрок. Тогда у меня остается между 1 и 10. Смотрите. То, что я сейчас кого-то буду выставлять, это не значит, что я вот там буду слушать, кто черный, понимаете? Мы дойдем как-то до угадайки. Если мы двойку унесем, мы дойдем до угадайки, ребята. А Валь... Я все-таки думаю, что... Кто 4 красного ушел? 4 первого умер. Я не знаю, между 1 и 10 я посмотрю... Выставляю игрока номер 10 на голосование. Просто так. Вы выставите еще кого-то. Нет, просто надо еще находить. Нет. Игрок номер 10. Ваша минута. Почему вы меня шесть более черные? Потому что, вот, во-первых, только что было, типа, а кто четверка? Он ушел первым. И когда уходил Ведьмак, как бы шестерка сказала, что, то есть Ведьмак сказал, что как бы, я ушел, я красный, а вы сказали, типа, и только что вы сказали, Ведьмак ушел красный. Это пол, госпожа Рапунцель. В общем, много из такого. Давайте так. Я готов пилиться с двойкой, потому что многим не понравилось то, что я повторяю с девяткой. Если гордо будет спокойнее так, что на меня падает много подозрений, давайте я попилюсь двойкой, а потом 5-1 для меня более красная, 6 из 9. У нас 6, можно пилиться. Я могу пилиться с двойкой, я не против. Организуйте, пожалуйста, пил. 10 секунд. Только не чтобы 2 и 6, на которые у меня самые большие подозрения, голосовали в одного человека. А, именно. Организуйте, пожалуйста. И это время. Игрок номер 1. Ваша минута. Доброе утро. Ну, десятка. Я не буду с вами играть, я не буду организовывать ничего по вашему. Нет, у меня шестерка красная. Я ее вижу красной. Я не вижу в ней ни одного черного хода. Поэтому для меня... Ну, для меня мафия 2 и 10. Сейчас я голосую двойку. Сейчас голосую двойку, потом, ну, потом буду играть против десятки. Хотя я знаю, что да, Ведьмак сказал, что либо 10, либо 1. Вот. Да, поэтому, ну, вот мы можем вот с вами как раз на следующем кругу поделиться. На следующем кругу будет 5 игроков. Это фокус, вы на Сиджерс первый. Ну, в любом случае. 10 секунд. Сейчас я бы не купил между двойкой. Так мы выносим двойку. Зачем? Я предлагаю выносить черного игрока. Я не понимаю, в чем смысл. И это время. Игрок номер 2. Ваша минута. Я постараюсь очень быстро. Смотрите, были не со стрелы. Я не собираюсь себя выгораживать. Считайте, как хотите. Были не со стрелы. Это раз. Во-вторых, господин Медняк очень умеет красиво ходить. Так что в его фильме, в его стиле он может работать. Кого он назвал сильно черным? Если он мафия, у него ушел шарик, зачем ему стреляться? Да, подождите. Почему вы еще хотите полом набрать? Я не уверена. Нет проблем. Если городу это поможет, я уйду. Нет проблем. Никаких проблем. Но меня очень настораживает, потому что для меня было очень дивно, почему восьмерка до сих пор задержалась. Я не вывод, что? Кто черный у меня? У меня десятка. Повторяет позиции нету. Вот я согласна с ним попилиться, я согласна. Но госпожа Лятор не хочет. Я согласна, чтобы я действительно согласна уйти. 10 секунд. Угу. Лятор не хочет. Спасибо, пас. 1, 2, 5 голосует в 10, 10, 9, 6 голосует в 2. Это второй фол, господин Свен. Спасибо. Стимуляция запрещена. Мы переходим в зал. Сюда. На голосование выставлены игроки. 2, 10. Голосование проводится в порядке 2, 10. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Спасибо. 3 голоса. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? Спасибо. 3 голоса. У нас автокатастрофа. По 30 секунд остается игрок номер 2. Номер 10, игрок номер 2. Ваши 30 секунд. Очень хорошо, я остаюсь игроком номер 10. Я хочу, чтобы нас двое подняли. Спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 10. Я не против подняться с двойкой. Все, мы пилим, поднимаем, опять же. 10, 9, 6 в двойку, 1, 2, 5, десятку мы поднимаем. Все согласны? Mm-hmm. Все согласны. Спасибо вас. Спасибо вам. У нас повторное голосование между игроками 2, 10. Повторяю, 2, 10. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Спасибо, 3 голоса. Кто за то, чтобы игрок 10? Спасибо, 3 голоса. Кто за то, чтобы город покинул оба?
кидают оба игрока. Игрок номер два, ваше крайнее. Говорю, отключите, пожалуйста, мозги. Хорошо? Господин Ведьмак, очень опытный игрок. Включите. Спасибо, пастор. Спасибо, Эва. Начинаем с игрока номер два. Игрок номер 10, ваше крайнее. Я очень надеюсь, что двойка ушла черная, а не красная. Если она красная, то будет совсем черная. Я думаю, все, спасибо. Спасибо. За столом 4 игрока, и город уходит в нож. Мы так и вынесли двойку красный. Мнение города есть у вас? Двойка ушла красная? Двойка однозначно ушла черная. Черный? Если бы я знала, я бы сейчас не умерла, наверное, этой ночью. Не знаю, ребята, однозначно кто-то из вас троих. Десять секунд. Не знаю, спасибо. Спасибо, Иван. Мы прощаемся с игроком номер один. Стоп, крат, игрок номер шесть. Ваши минуты. Где продолжил черный? Шесть. Ладно, я сейчас выставлю игрока номер 9, чтобы было так по кругу. 9 принято. Мне все доверяются, понимаете? Помню эту игру, когда... Ну и что? Спасибо. Ладно, все пацаны. Спасибо вам, игрок номер 9. Смотрите, Ведьмак сказал, да, что между 1 и 10 последний черный. Если я черный, я не убил эту единицу. Потому что Ведьмак сказал, что между 1 и 10 последний черный игрок. Вы понимаете? Я бы лучше убил вас, потому что он вас назвал со мной красный. Я не могу быть... Хорошо, я тоже могу так сидеть и показать на мою корону. Ну, я красный игрок, пожалуйста. Я не хочу проиграть по паранойи. Я умоляю вас, город, не надо меня снести. Выставляю игрока номер 5 на голосование. Вы выставите шестерку, и так будем голосовать. Все, я не знаю. Я послушаю еще пятерку. Я красный. Единица ушла красная. Значит, десятка красная. Значит, у нас между 5-6 матчей, потому что я красный игрок. Я не знаю, кто. Я лично не знаю, но угадайте, я очень играю плохо, но как-то я выигрываю, вы понимаете? И угадайте, я выигрываю. Я красный. Игрок номер 5, ваша минута. Так, ты выставила 9. Выставляю игрока номер 6. Значит, все меняется, ребята. Короче, мне кажется, девятка. Черный игрок, прости, Свен. Я понимаю, но тебе надо. Нельзя проигрывать. Понимаешь? Я думаю, что ты все равно мат. Не знаю, я тебе не верю, прости. Ну просто ты можешь так отыграть, что как бы. Вот. Поэтому спасибо, Пас. Спасибо, Иван.
Мы переходим на финальное голосование. Жестикуляция запрещена. В зале тишина. На голосование стоят игроки. 9, 5, 6. Голосование проводится в порядке. 9, 5, 6. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9? Спасибо. Один голос. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5? Судьбу. Спасибо. Два голоса. Игроком номер 6 уходит 0 голосов. Игрок номер 5. Ваша премия. Короче, я красный. О, да, я красный игрок. Город, ты черный был? Ты черный был? Да, ты черный был. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Прощаемся с игроком номер 5. Я объявляю победу мафии. Мафии были. Я никогда не верю. Пожалуйста, я не верю. Я тебе говорю, давай, тебя. Номер 7.